Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арза и мод «Время перемен 3.0», это третья часть нашего прохождения. И эту часть я хотел бы начать с очень хорошего бонуса для вас. Я нашел так называемый тайничок, он находится вот в этом месте, вот тут у нас база долгая, как ориентир вам. Вот в этом таком полуразрушенном вышке, здание, как ее назвать, не знаю, тут у нас вот арена, ну такая, точнее, другая сторона арены. Вот, мы тут сюда вот так заходим аккуратненько, и вот здесь вот у нас лежит тайничок, вот он вот тут вот, вот, и все это мы берем. Эти патроны весят очень много, но мы не боимся, потому что они вот эти патроны очень дорого стоят, 2500, и бармен их так и берет за такую цену. И за все про все, короче, сейчас в бар зайду и покажу вам, за какие деньги можно все это добро продать. И плюс вот на эти деньги, у нас денежек мало осталось, можно улучшить оружие, что я вследствие и сделаю. Вот мы уже у бармена. Смотрите, сколько стоит это добро. Кстати, артефакт он не берет по полной стоимости. Всего лишь 3750, а он стоит 8000. Вот, смотрите. Вот, видите, 50 патронов. Вот, 100 патронов, 25 косарей. Плюс еще одна граната. Вот так вот гранатки. Вот, 28600. Почти 30 тысяч. Вот, и у нас сразу есть денежки. Вполне неплохо. И плюс еще булыжник можно продать, который мы тоже где-то там нашли, я уже не помню, в прошлой серии посмотреть. Вот. Вот так вот и получается то, что у нас еще есть 46 тысяч, на которые мы сможем сделать модификацию оружия. Ну ладно, я думаю, мы вот уже встретимся вот здесь вот. Вот здесь вот встретимся, там же у нас этот клык, точнее призрак. Вот осведомитель поведал, что призрак на данный момент работает на ученых. Нужно узнать у Сахарова о его местонахождении. Вот. Плюс выполним еще вот это вот задание. Сталкер, нужно найти там ящик. Надеюсь, у нас с пси-защитой все нормально. Где у нас тут? Вот, защита пси-воздействия. Все с ней, в принципе, нормально. Ну и от остальных тоже. От огня, от кислоты. Ну ладно, я думаю, теперь мы уже встретимся на янтаре. Так что до янтаря. Короче, мы попали на дикую территорию, и тут есть кое-что интересное, пока мы тут... Короче, когда вы входите, аккуратнее, здесь собачки. Вот мы их только что здесь перебили, вот трупы валяются, вот. Но еще самое главное, что я хотел вам показать, это вот. Могли не найти этот тайник, но просто не пройти мимо этого тайника, я думаю, не стоит. Я думаю, тут все у нас будет полезно, все пойдет в расход. Даже не знаю, может быть, съесть колбаски. Все, мы не хотим есть. Ну, батончик, я думаю, мы оставим. Вот эти патроны. Да нет, вес они немного прибавляют. Хвосты оставим, я думаю. Сколько мы медленнее бегать будем? Ну ладно, в принципе, сойдет. Мы и так можем побегать. Ладно, давайте до янтаря. Конечно же, до янтаря нам опять дойти не дали. У нас прям какая-то тайничковая серия получается. Вот еще один тайник. Просто прекрасный. Тут, я думаю, грех это все не взять. Ну, в принципе, больше мы есть не хотим, но одну консервку пополнить можно. Давайте глянем, что у нас за артефакт. Электрошок, вспышка. Ну, в принципе, неплохой артефакт. У нас пока вес позволяет, будем носить все это добро. Что мы тут еще взяли? А, вот аптечки. Ну ладно, это я уже разберусь. Если опять какой-нибудь тайник подвернется, я, естественно, вам его покажу. Да, серия у нас и правда тайничковая. Я нашел еще один тайник. Просто 4 тайника в одной серии. Ну, не зря я тут бегаю. Время трачу, что называется. Короче, вы видели, где блуждающая аномалия. И в самом другом конце. Он, кстати, там еще что-то лежит, я не заметил. Сюда можно вполне легко пробираться. Просто вот так, видите, мы стоим, а аномалия нам ничего не может сделать, она до нас не дотягивается. Можно спрятаться за этой дверью. Вот тайник. Обыскиваем. Берем себе все, что там есть. И смотрим, что у нас тут есть. Во-первых, грави. Прекраснейший артефакт. Плюс 20 кг веса. Просто вообще... Так, слизняк. Тоже очень неплохой артефакт. Вы смотрите, с такими характеристиками. Единственное, я не знаю, может быть, ХП у нас не отбавляется, то еще вдруг что. Потом у нас еще копыта. Ой-ой-ой. Вот это и правда очень хорошо, ребят. Смотрите, копыта кабана. Вот этот тайник вообще самый лучший, как он из всех 4, которые я нашел. Можно повесить копыта кабана на себя. И что у нас тут еще можно?
Вот как раз макс вес плюс 3 можно приносить, или химический ожог, даже не знаю. Ну, в принципе, пока давайте вот этот артефакт на себя повесим. И мы сможем приносить 90 килограмм. Круто, очень круто. Поэтому у нас есть еще тут всякие слизняки, вспышки. Но пока мы уберем в контейнер все эти артефакты. Ну и давайте до следующего тайничка, точнее как. Давайте еще вот это посмотрим, что у нас здесь. Короче, там ничего у нас нету. Давайте подождем, пока она пройдет. Видите, каким образом? Все. И можно спокойно спускаться вниз. Вот так вот. 4 тайничка. Очень даже неплохих. Все, ребят, очень интересное открытие. У нас там, по-моему, снято гигант бродит, но пока нам не до этого, смотрите. Глатушка на минус 3 радиация. Минус 3, ребят. Мы думаем, сейчас сможем на себя всех артефактов навешать. Каких мы только хотим вообще. У нас тут 4 тушкана с такими-то показателями и голов просто. Я даже не понимаю, очень интересно, почему они так. У тушканчиков сильно развит интеллект, и ученые пытаются разобраться, как в урочном мозге помещается большое количество информации. Из их мозга ученые делают лекарства, но они выводят их из зоны. И сталкерам неизвестно, что они делают. Так, у нас там аномалия. Кстати, еще один тушканчик. Мы не сможем взять у него голову, да нам она не нужна. В принципе, зачем? Заберемся повыше куда-нибудь. Вот так, чтобы нас не достал никакой псевдогигант, который там по-любому бродит. И давайте глянем. Снимем с себя. Все. Где у нас грави? Ну, псевдогигант бегает. Наверное, один все-таки. Навешаем на себя две головы, как минимум. Достать. Достать, достать. И посмотрим. Радиация плюс 1, плюс 2 и плюс 3. Вот, вполне. Радиация нам не прибавляется. Очень даже классно. С такими-то свойствами голову прям можно даже не продавать. Тут у нас плюс 20 веса. Тут у нас все вместе, все прибавляется. Еще у нас, кстати, вспышечка есть. Но она у нас чуть-чуть побольше. Жалко. Ну, на выносливость зачем? У нас он и так. Так что... Вот так вот делайте, как я, ищите тайники, все будет классно. До янтаря. День тайников у нас не заканчивается, я нашел еще один тайник вот в этом месте. Вот, если давайте приблизим, чтобы вам было легче найти. Вот, видите, вот этот белый дом, большой такой ангар. Вот так мы проходим, вот здесь мы заходим. И здесь у нас есть тайник, тоже очень классный тайник. Это уже пятый у нас в серии, можно сказать так. Давайте, как его тут забрать-то можно? Вот, вот так. Естественно, берем аптечки, берем бинты. Что тут еще у нас есть? Что это такое? Хвост кошки. Ну, я думаю, нам он не понадобится. Ну, в принципе, даже, я не знаю, можно и взять, потому что вес у нас предостаточно. Вот, еще один тайник. Тайники на этом не закончились, как вы думали. Тут этих тайников вообще, знаете, я их, наверное, все непременно нахожу. Вот еще тайничок. Тоже, я думаю, очень все неплохо. Ну, я думаю, тут можно взять... Точнее, как? Я даже не знаю, что тут уже брать, потому что всего очень много. Это нам уже, можно сказать, не нужно. Единственное, с этими копытами. Но копыт у нас много уже. Так что вот еще один тайник. Наслаждайтесь. Ну вот мы еще и к наемникам тут попали. Тут все у нас рядом, что называется. Вот. И тут у нас, что называется, есть и техник, насколько я понимаю. Ты у нас, кто у нас техник? Нет. Вот у нас по-любому вот этот вот чувак. Это у нас торговец. Вот здесь у него тоже можно прикупить всего. Только он, видите, не берет. Но зато у него есть причиндалы к нашим винтовкам. Если вы улучшили винтовки, а вы их должны были улучшить, потому что, вот видите, обязательно улучшите. Крепление подствольника, оптический прицел, все это обязательно сделайте. И вот этот прицел, по-любому, это у нас, он подходит к нашей винтовочке. Так, и подствольник, я думаю, вот этот. Ну, я думаю, мы сейчас сохранимся сначала, а дальше уже посмотрим. Вот так вот. Сейчас аптечка у него сколько стоит? А, нет, дорого, не возьму я аптечку у тебя. Зато у него ножей много всяких хороших. Ладно, это мы посмотрим. Сначала нам нужно вот это, обязательно.
И вот это. Ах, у тебя есть боеприпасы. ВОК 25. Глушитель. Кстати, глушитель тоже стоило купить бы. Не, ВОК 25 у тебя нету, значит, мы пока обойдемся без него. Ну что ж, давайте посмотрим. Да, все отлично. Очень классный прицел. Знаю такие прицелы. Нет, он, видите, не наводит. Ну ничего. Давайте посмотрим глушитель. А глушитель у нас... Нет, они присобачиваются. Ну, в принципе, ладно. Там что он стоит? Я могу его обратно продать. За сколько ты бы его не взял? Бери хоть за 40 рублей мне. Мне не жалко. Процентами подавись, что называется. О, кстати, там что? Еще. Вот. Тогда пока. Здорово, Крюгер. Если что еще понадобится, заходи. Что у тебя тут есть интересного? Ну, в принципе, тут все то же самое. Если только вот так по мелочи починить. Ну, вот. Ой-ой-ой, это у нас типа главный у наемников. По детской работе есть что на примете? Короче, ясно. Особо у него ничего нету. Ну, блин. Еще один облом. Тайника нет. Да? Так, ну все, давайте спускаться вниз. И, наконец-то, когда мы до инвентаря доберемся, я уже не знаю, потому что здесь только все интересно, что... Здесь такой гром просто вообще. Не знаю, даже, может, мой голос не слышно. Кстати, будьте аккуратнее при переходе на инвентарь. У нас тут водится контролер, вот в этом подземелье. Но я со своего чудо-калаша его спокойно снял, естественно. Ну и плюс еще гранатками закидал. Давайте посмотрим, что у него есть. Может быть, ручка. Ух ты, мозг. Всевоздействие плюс один. Контроллер обладает общими способностями. На расстоянии он может только запугивать и создавать различные галлюцинации. Когда вы приближаете ближе, то он наносит повреждения. Его мозг очень ценный трофей, который купит любой торговец. Естественно, мы его возьмем. Давайте я на видео пройду туннельчик. Посмотрим, что у нас тут есть. Одно зомби тут. Чё себе. Зомби. В принципе, я все это возьму. Эх. Надеюсь, не придется тратить на них всех патроны. Давайте ручки пока пособираем. За что такое, а? Прямо во мне. Пройти вообще непонятно. Тут, естественно, есть. Тут. Так вот. Аккуратно. Все-таки, видите, можно пройти. Сохранимся. Бегать тоже не стоит. Так, у нас аномалия. Особи какие-то неинтересные. Ой, не то я выбросил. Пусть лучше одну ручку выбросим. И вон консервку съедим. Да, ай-яй-яй-яй-яй. Расслабился, видите, и все, сразу же получил. Костюмчик там уже. Вот. Вот тут у нас в самом конце аномалия притаилась. Че, идите сюда, чуваки. Можно еще одну ручку взять. Для приличия.
И мы уже, собственно, почти на Интаре, так что встретимся уже там. Ну, это, я думаю, будет следующая серия, а эта серия у нас пойдет как бонусом. В виде 6 или 5 тайников, не помню уже, и такого небольшого продвижения на Интаре. Я думаю, вам будет интересно.